Но я не снимал. Вот получается, если вид на это же озеро. Вот такое вот ведро. Не знаю, что-то. Вот такая лавочка. Вот такой вот обрывчик. Крутой. И вот тут динозавры. Скульптуры динозавров разных. Рожицы. Руки уже, правда, сломаны. Ну, конечно, если все вот так дергают, видимо, это пластмасса или папье-маше, что-то такое. Но, конечно, молодцы. Красиво. Может, пластмасса, может, папье-маше. Вот даже вплоть до языка сделали. Каких только, как говорится, динозавриков нету. Вот он. Высокий, блин. Даже и не дотянуться. Но это... Да. На них явно не залезешь, потому что они могут сломаться. Это не те динозавры, которые в другом парке были. Тут такие... Слабоватые. А на озере каменные динозавры были. Здесь не каменные, да? Ага. Здесь другое. Вот он. Тут маленький такой. Здесь тоже вот. Вот так вот. Вот можно за ручку схватиться. Вот так вот. Там он тоже красивый. Поле. Чур, а на зерге брек. Каф. Кафешка. А? Почему? Аржанга на барамску хазар. Ну, не знаю. Аржанга на барсак. Казар куремс. Не меня. Алста баркен. Такие собачки прикольные. У людей. Как всегда, это для детей. Бесплатно можно походить. Такие полоса препятствий, деген. Кушты нарсе. Кушты жер. Ой, кто-то велик ездит. Продолжаем дальше идти по парку. Там тренажеры. В общем, балларга деген тоже такой интересный, да? Нарсе. Тоже все равно пройдем мимо таких тренажерчиков.